как бы большое количество зон в детской библиотеке открыто, но есть одна зона, которая модернизировалась благодаря этому проекту, но работает она немножко раньше. Дело в том, что, чтобы вообще попасть в участие модельной библиотеки, необходимо было много раз участвовать в других мероприятиях. И мы приняли участие в грантовом проекте фонда Михаила Прохорова и выиграли грант «Все буквально». Для детей на втором этаже была создана уникальная фотолаборатория. Как бы ее цель — продвинуть книгу за счет искусства. Искусство, например, фотографии или видеосъемки. Это очень тяжело. Просто красивая фотография, ну, это хорошее мастерство. А показать суть, душу книги – это уже настоящее искусство. И именно этому мы стараемся научить наших детей. Не просто безликая фотография, пусть даже она красивая, но красивая фотография с душой. И вот сегодня вы можете наблюдать как раз у нас заседание дискуссионного клуба «Бук», который перед тем, как сделать фотографию, еще и выбирает книгу, потому что книга должна быть интересна мастеру, который с ней работает. Знаете, получается, на обложке, как они в темноте, получится так, что как светлячки будут вокруг них, да? Можно еще чего-нибудь добавить? Можно листья? Можно. Там романтика, красота. Не знаю. Даже не знаю.